Так, ребята, всем привет. Будем менять масло в автоматической коробке передач на Chevrolet Captiva. Так, сейчас как будет это видно? Посмотрим. Так, ну вон видно. Откуда шланг идет, должна быть вот такая вот штука стоит. Это как раз вот есть для проверки уровня АТФ-ки. Посмотрите. Так, открутил вот этот цевной болт. Так, ну теперь процедура самая ответственная. Так, ну вот, весь процесс виден практически без потери. Пока. Стану отдавать 4 литра. Смотрите, вот разница между вот этой АТФ-кой и вот этой. Тут даже рядом не надо стоять. Пиздец, как я ездил. Так нужно желательно 3 раза поменять. Доброе утро. В России продолжается чемпионат мира по футболу. Банки останавливают тематика рисков.
чище будет масло. Здесь чем дольше прослужит автомат. Так, у меня здесь небольшой взрыв произошел. Он все теперь в крапинках. Погнали дальше. Так вот, не спеша. Засирай все вокруг. Сейчас, наверное, еще добавим немножко так, пролив здесь немножко. Вот так вот. Не знаю, там видно, не видно. Под клапаны крышки маслом шпарит, и вот тоже надо будет почистить, наверное. Так, ну смотрим отличие, что было залито
что новое? Блять, как бы это? Я думаю, разница видна.